Доброе утро! У Виты утро началось со сбора урожая. Вот, ведра, помидор, куча, да? А ну! Шо? О! Все, больше нет помидор. Доброе утро всем! Вон еще сколько! Ну, вот это еще собрать. И, в принципе, закончились все помидоры. Ну, так а уже сколько собирала? Немало? Не столько, сколько хотелось бы. Вот. Правда, они некоторые не совсем красивые какие-то. Трескаются там, да? Ну, трескаются, гниют. Нет погодных условий хороших для помидор. Может, кого-то лучше, но у меня что есть. Ну, три ведра, это маленько, и два полных этих. Не, ну там еще надо собрать. Так что бери. Да я ж тебе беру, ты бери маленькое, а я два этих. Вот. И Вита, что ты будешь делать? Что ты хотела еще с них сделать? Аджику. Уже кетчуп сделала, закатала. Да, кетчупа достаточно, теперь будет аджика. Перец как раз вот дозревает. Ага. Желтый он, красный есть. А ты говорила, красного нету. Так что есть и красный. Поспел уже красный. А второе ведро? Сейчас я покажу, вот какие красавцы красные. О, перчик на славу удался. Ну, его не так много. Обычно он очень большими гроздьями. Ну, достаточно крупный. Тоже закатывать будешь? И прогнило очень много. Потому что дождь прошел и прогнило очень много кустов. Ну, аджику, а потом... А на аджику уже надо перец. Откуда я знаю? Я состава не знаю. Я знаю, что вкусно, а что там, не знаю. Как раз пойдет перец на аджику. Ну все, пойдем. На, у меня две руки будут заняты. Точно? Да. Так, аккуратно. О, нагрузила. Пошли. Ну все, мы пошли. Выключаемся пока. Дождалась, когда я тут поубираю все. Вот она уже испытывает наши веревки. Я не буду ждать, когда будет. Вот. Мне стирку надо вывесить. Вот. Ну, достается, в принципе. Ну, тут же будет еще подсыпка, так что будет немножко выше. Вот. Вот так. Да все нормально. Ну, все нормально. Он говорили, что будет там пачкаться и так далее. Думаю, не знаю. Он, если его так ставить, он даже и не достает. Ничего не пачкать. А, тем более, это еще не на крайнюю, а можно было на крайнюю. Так что, я думаю, все как бы нормально, да? Ну, вот так. Не будем мешать. Пускай вешает. А я же вам не показывал, кто у нас в гостях. А у нас... Всем привет. Да, а у нас в гостях Виктор. Вот, мы сегодня завтракаем. Он приезжал вчера, но я вчера не снимал. Он, правда, и купался, и плавал, да, на доске. Да, вчера была очень хорошая, тихая погода, и к вечеру все хорошо прогрелось. Да, хотя ночи холодные. Да сегодня жарко. А ночью холодно. Сегодня тоже предлагаю покупаться, и говорит, да, сегодня я не буду. Ну, короче, через несколько часов я его после обеда буду уже отвозить домой. Да, так да. Что вот так. Поэтому сегодня уже, наверное, не будет. Ну, а сейчас мы завтракаем. Вот так. Так что... Всем приятного аппетита. Да. И привет, и пока от Вити, да? Доброе утро. Сегодня, наконец-то, продолжим нашу стройку, можно сказать. Ну, сегодня такое будет. Надо что-то козырек... Там стяжечку сверху сделать, потому так бетон немножко там с выбоинами. Я хочу заровнять это все дело, а потом промажу мастикой, да, и постелю рубероид. А потом будет видно. Вот, вот, значит, буду стяжку делать этой штукатуркой и клеем для газоблоков. Но для большей крепкости добавлю еще в нее
цемента. И получится у меня чуть уже больше к бетону склонно. Но это стяжка будет небольшая. Главное заровнять. Вот, сейчас я даже покажу. Вешалка. Испытание прошла, Вита уже посушила, в принципе, все нормально. Уборку я еще не приступал, но закончить же надо. Вот это. Вот, видите? Тут он даже смола повылазила от жары. Это тут был у них рубероид, настелен, а дальше они нет. И вот, вот эти выбоины надо же загладить, все-таки дело, сделать стяжку. Это я срежу, кусочек выступает. Да, и заровняю вот это все, и потом вот так же покрою. И назад землей закроем. Потому что тут уже погребное начинается. Он должен быть, как говорится, защищен. Вот это все. А тут посмотрим, как оно будет. Я думаю, при такой жаре, а жара опять будет больше 30, так как и вчера, еще и завтра, наверное, такое будет. Вот. Оно высохнет буквально через несколько часов, тем более тонкий слой. Можно будет постелить уже, промазать. На сырое же явно клеить вот этот рубероид нельзя. Ну и мастикой мазать она ж не возьмется. Вон, смотрите. Лакшери, отдых. Вот, ой, как хорошо. Вот так. И как только увидела меня, что я ее на нее смотрю, она начинает показывать вот такие, какая она красавица, да, Руся? Ну вот так, продолжаем. Ну как бы все, сбрызнул водой, загладил, схватится и продолжим. Так что здесь пока ожидание. А вот теперь уже и наступило время заняться здесь уборкой, убрать весь этот срач. И сделать, чтобы было чистенько, ровненько, все. Так что сейчас приступим, сейчас уберем эти бутли. Пока еще за водичкой не съездили. Вот. Но они где-то должны лежать. Так что я уже придумал, куда все тут уберется. Ну, останутся только лодочки. Вот. Летом. На зиму они же складываются. И контейнер мусорный. Ну, он тоже уже заполнился. Надо вывозить. И вот это все уберется. Вот здесь красота. Ну что, уборка вроде бы как здесь сделана. Первый этап, можно сказать, практически закончился. Вот. Мусор там, мешки надо повывозить. Много пластика. Вот это все я уберу. Вот туда даже забросаю, чтобы оно немножко держало землю. Потом это же землей будет закрываться. А мелочь, типа щебенка. Так что она тут может и остаться. Потому как мне здесь осталось сейчас немножко спланировать вот это все. И на первом этапе мы забросаем, наверное, щебенкой вот это. А дальше будет видно, что и как.
Так самое здесь с этой отмосткой. Либо плитка будет пилиться, ну не знаю. Сначала приведется все к первоначальному, как говорится, виду. Уже порядок, никто тут захламлять ничего не будет. И дальше потихоньку тут еще будет кое-что дорабатываться, как я говорил. И дренаж тут надо сделать, подкопаться. Вот. Ну так бы, как бы, пока и все. Значит, тут уже сейчас глянем, что с нашим, что с нашей стяжкой. О! Да. А оно уже сухое буквально полностью, я же говорю. Жара, так что где-то чуть, ну под вечер я уже, наверное. Потому что сейчас очень жарит сильно. Вот. Я тут убирался, то тут тень хоть более-менее нормально. А если на солнце, невозможно. Все, оно уже полностью сухое. Так что можно и мастикой покрывать, и рубероид сюда настелить. А потом назад землю эту будет видно дальше. Ну и останется здесь уже чистовая работа. Постукатурить еще немножко. Ну и вот это подчистить, и потом будем смотреть. Может, такой же штукатуркой, как вот это. Вот это же будем все перекрашивать. Потому что тут один раз только покрашено, это тоже как бы черновая. И она уже тут забрызгалась где-то, еще что-то. И вержишь по-любому надо делать. Видите, плитку стелили. Вот, тоже. Поэтому все это дело будет перекрашиваться. И уже, наверное, тогда и вот этот весь наш забор, всю китайскую стену тоже сделаем. А пока что говорю, тут спланировать и щебенку здесь, чтобы когда дождь пройдет, болото ж, доски мне не хочется ложить, и будет нормально, видите, ходить, уже же испытала, все нормально. Так что вот так, смотрите канал Трепанация, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчик не забывайте, у кого есть. И напоследок, кстати, я хочу показать видео моего кума, тоже Коли. Он не так давно начал этим делом интересоваться. Он занялся полетами на спортивном дроне. Такие крутые кадры. Он в шлеме там. Вот такое. И в реальном времени, буквально как компьютерная игра, только это он реально летает. Дрончик небольшой вот такой. Там никаких защит. Он летает, как летает. Он ни преград не чувствует, ничего. Там и GPS-а вроде даже нет. Ну, все это отключается, потому что тормоза и вес. А он легенький. Он летает, как я не знаю. Вот. Он мне показал, я просто... аж голова кружится. Сначала показывал видео самих очков вот этого шлема. Вот. А там качество не совсем. Количество кадров, да, там 60 было, потому что ж очень динамика большая, 30 и 25 не подходит. Вот так. А теперь он докупил там камеру, которая пишет, ну, не в 4К, в 2К. Но это даже не Full HD, но зато 50 кадров. В динамике очень более плавно. И хотел вам показать отрезки. Не все видео его, кусочки. Я там пару нарезок сделал, там буквально немножко больше минуты, может около 2 минут. А все видео посмотреть и в большем качестве, потому что я перекачал у него только Full HD. А у него там и... у меня аж 30 кадров. Хотя у меня весь влог идет в 4К, 30 кадров, но скачал-то я исходник у него в Full HD. Вот, поэтому качество хуже и чуть-чуть не все, коротенькое. А кто хочет посмотреть полное и с хорошим качеством, головокружительное видео, переходите на его канал, ссылку дам. Ну, реклама, почему бы как бы не прорекламировать своего кума. Хотелось бы, чтобы вы подписались, поставили лайки, если понравилось. И у него на канале будут еще очень много видео. Он только начал. Там выложил одно, еще вроде одно добавилось, не знаю. Вот, еще будет, написал. Так что переходите, поддержите его. Я думаю, будут крутые кадры. Ну, а теперь все. Пока, смотрите видео в конце, его кусочек.